Раз, два, три. Всім привіт, привіт, YouTube, сонячна Наталя на проводі. На проводі Карло, Саша, мама Маріна. Софія вдома, тому що Софія приболіла, вона вдома. Тутте le cose succedono sempre nel momento migliore. Ci è andata a rompere la lavatrice di domenica. У нас поламалась машинка сьогодні сутра, і мені якраз... Тільки мені треба на лавандерія Джеттоні, лавари вестити. Да, і нам треба якраз, у мене якраз так, що накопилось всього много, мені треба постирати по-любому, тому що погода дуже класна, тому ми поїдемо на машини, от ці от, де барабани такі огромні, так, куди можна загрузити всю, всі речі і постирати. Мені треба по-любому постиратися сьогодні. У нас на вулиці весна, да, Карло, примавера входить. А, але прийшов anche il piumone, quello lì. No, il piumone no. Perché no? Ormai, не знаю. Certo, quello che mi serve a me, no? Ми та сама, говорить, взяла одеяло, мені треба було ще одеяло, ми стираємо одеяло і та сама. Quanto deve stare lì quel piumone? Si appoggiato? Sì, quanto? Говорю, що ти одеяло не взяла? Говорю, не знаю, как-то не подумала, наскільки міліція. У нас сьогодні грає Піза, да, Карло? Піза, con la squadra di Milano. З какой-то командой з Мілана. Сьогодні у нас футбол і прям вообще вся Піза, повна машин, нигде паркеджу не знайдеш. Все везде занято, и это самое, полиции везде много. Упс, переключаемся. Мы уже поставили все стираться, загрузили три машинки. Там дают вот такие вот жетончики. Я на 20 евро взяла 5 жетонов, одна машинка идет на один жетон. Вот, и это самое, поставили, там у меня были коврики с тряпочками стирать, но надо было. Вот, и это самое, белое белье, черное белье. Вот жалко, что забыли взять одеяло с подушками постирать. Ну ладно, в следующий раз. Сейчас мы уже подъехали к Карифуру, сейчас быстренько что-нибудь купим поесть. И, боже, какая жара на улице, как жарко. Жарко, жарко, жарко. Ладненько, переключимся. Так, иду к Ашакамберу. Кстати, видите, вот здесь песок стоит 7,29. А, вот сегодня он со сконтом идет на 20. Фините, да? Вот, а я покупаю где в Мистер Фуде, я плачу 4-5 евро с чем-то, но у меня 5,5 килограммов, а здесь всего лишь 5. На 5 литров, я имею, 5,5. Так, ладненько, наши борсы стоят. Смотри, есть вот такая вот пингвина. А, санкути с пингвина. По 6 евро у нас нутелла. Так, все, я за молоком, я думала, вот молоко, мне нужно купить яйца. Молоко и яйца. Здесь оливы продают, здесь. Вай прендерила паста, помидор. Вот такие помидорчики я полюбляю. То есть они вот идут такие целые, да, только без кожуры. Людей сегодня не очень много, потому что сегодня футбол, и как-то так даже людей меньше. Карло, паста, чего ли? Уйти презу. И пойку, зачем я вам обязанную? Вот салон, где мы стирали. А, да, я видела, сестра, там то ура, а шога трича. А ты не живу, мне тебе просто не взяла Вы удишили, но? Здесь мы по жетонам покупали. 20 евро. Да, видишь. Опс, переключаемся, все, забрали мы наши вещи, хотели, правда, высушить там. Но не получилось, очередь огромная, надо было ждать это самое. До конца сушилки 17 минут и потом еще 35 минут сушить. Только сейчас быстренько придется вывешивать. Да. Ну а что делать? Что делать? Без машинки, как без рук, это вообще. Столько людей много, столько. 3 евро, 2-3 евро. Столько людей много. Вообще, пацаны, в основном пацаны стираются, студенты, наверное. И прям загружают. Все машинки маленькие, потому что там по размерам идет. Есть маленькая машинка, она один жетон 5 евро стоит, да? А есть большая, туда надо 2 жетона. И прям все машинки маленькие заняты, большая, больших две заняты, и две сушилки занятые. Ладненько, сейчас домой что-нибудь приготовим, погода, глянь, какое небо голубое, а, вообще красота. Мама. Так, приехали мы мыть посуду, мы приехали мыть машину, надо ее быстренько полоснуть, потому что стоит под деревьями, естественно, грязная. Сеньор не может смотреть на грязную машину. Ну, наверное, мне тоже кто-то написал, я спрашивала, в комментариях написала, говорит, что тоже муж машину это самое чистит и там и чем-то там ее натирает. Карла точно такой же. Кстати, я посмотрела фильм огромное, огромнейшее вам спасибо, написали в комментариях, какие фильмы можно посмотреть, военные девочки. И кто-то написал, что вы ей там насоветовали. Сначала, говорит, было видео «Виноват палач», теперь будет видео «Виноват штрафбат». В общем, короче, вчера я посмотрела «Штрафбат», ну, позавчера и вчера я смотрела «Штрафбат», классный фильм. Ну так, я, конечно, люблю более такие закрученные сюжеты, вот.
А потом я посмотрела, она писала кто-то, посмотреть «Диверсанта». Я начала смотреть, и я потом вспомнила, что я его смотрела. Ну, настолько классная игра актеров, вот играл Галкин, да, «Царство ему небесное». Настолько классная игра актеров, актеры любимые, что, короче, я по новой пересмотрела все серии фильма «Диверсант». Обалденный фильм вообще, игровой, вообще, он до такой степени классный. Короче, огромное-огромное спасибо. Потихонечку буду смотреть другие. Вот эти штуки на машину Карла будет менять. Ему не нравится форма, говорит, некрасивая. Давай, давай. Вот так вот я, когда Карла смотрю, что он моет свою машинку, представляю, как он мне моет дома полы. Да, Карлес? Козенки, я каза, лавель по моменту, да? Козико на море, guarda lì. А, Карле? Ага, браво. Sei bravissimo a fare i lavaggi. Это ж в каждую, нет, в каждую, это самое, залазит в каждую ж дырочку, вот эту вот, в каждой дырочке вымывает. Капец, так бы дома бы. С утра встали машины, помыли дома, кухни, квартиры. И все, жене подарок. По субботам, воскресеньям, да? Красота. Я говорю, Саша говорит, мама, ты не права, мужчина умеет убирать. Я говорю, мужчина, нет, мужчина умеет мыть. Я говорю, мужчина умеет мыть только машины. Она говорит, ты собачек. Я правильно говорю, собачку и машинку помыли и все. Погода, конечно, шикарная. Карла сегодня хотел поехать в горы. Говорит, давай сегодня в горы поедем. Ну, что-нибудь поедим. А София приболела, а завтра по-любому надо идти в школу, потому что у нее зачет по музыке, по сольфеджио. По-любому надо в школу. А какая красивая получается. Мою машину полчаса с таким умным выражением в лице. Финито, Карл. Кстати, на мойке одни мужики. И ора, Карло. Анкора аква? А? А. Капец. Карло, Карло нас вешал, говорит, бадулай. Слышишь, это самое? Да, я замерзла. Вентоза. Дома не холодно, но я вывешивала белье как-то так, что-то я надо побыстрее. Надо побыстрее немножко новости. Дай, куда припаривать? Раджи на карбонарина. Карбонарина. Мимигра, там была скинина, Марина. Дентро, дентро. А, bene. Più giù. Un po' più giù. Карла, тамте мне танцевать. Sempre di più in fondo all'anima. Ci sei sempre tu, perché non è una promessa, ma quel che sarà, domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, non sarà un'avventura, un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Amore. Tu sei mia. Fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Idomaratta. Vabbè, poi. Так, сейчас на слово накрою, потому что сейчас Карлос будет нервничать, да, Карлос? Вадила препарат мне для...